В Финляндию сегодня доставили лимузин российского бренда «Аурус». По планам, именно в нем будет передвигаться Владимир Путин во время саммита России и США 16 июля. Видео с автомобилем появилось в финских СМИ. «Аурус» прилетел в Хельсинки на самолете Ил-76. Журналисты сняли, как лайнер приземляется в аэропорту, ну а затем машину в сопровождении кортежа предположительно направили на стоянку.